Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 2 февраля, и вы знаете, сегодня не только пятница, но и сегодня у нас с вами зеркальная дата. Поэтому именно сегодня, в этот день, 2 февраля, в 22 часа 22 минуты, скажите одно магическое слово. Это слово поможет вам приумножить деньги, изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и постарайтесь не только выполнить те советы и рекомендации, которые мы с вами дадим, но и также проведите практику, не забудьте. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 2 февраля, сегодня обращаем ваше внимание, у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Скорпион, и у нас с вами 22 лунные сутки. Как вы знаете, энергия убывающей луны содействует процессу избавления от всего старого и от любых негативных эмоций, и именно этот день подходит для внутреннего очищения и освобождения. Возможно, кому-то это сложно, потому что некоторые люди считают, что они идеальны в этом мире. Но помните о том, что мы приходим в этот мир постоянно меняться. Как мы уже сказали ранее, сегодня Луна в знаке зодиака Скорпион, а Скорпион этому дню дает такую вот страсть, решимость. Поэтому сегодня люди, как правило, проявляют повышенный интерес к своим целям и к своим желаниям. И именно сегодняшний день благоприятный. Приятен день для самоанализа и понимания собственных потребностей. Конечно же, в этот день могут быть и опасности, о которых вам нужно знать для того, чтобы знать, как правильно подготовиться. Во-первых, у вас сегодня может быть много эмоций. И вот те эмоции, которые будут сегодня, вам нужно быть осторожными для того, чтобы избежать конфликтов и излишней агрессии. Кроме того, сегодня в вашей жизни могут появляться какие-то сложные решения. И здесь очень важно, чтобы мы сегодня не принимали спонтанных решений, а обдумывали все аспекты той или иной ситуации. Кроме того, сегодня могут возникать конфликты и недопонимания в отношениях между людьми. Поэтому сегодня будьте бдительны в общении, чтобы избежать конфликтов и недопониманий. Кроме того, сегодня во второй половине дня некоторым людям будет очень сложно. Люди не могут сосредоточиться, понять, что им надо и так далее. Поэтому лучше постарайтесь уже во второй половине дня продумать то, как вы отдохнете. Это очень важно. И, конечно же, в этот день вы должны понимать и то, что вы должны, во-первых, если вы стоите перед какими-то сложными решениями, то постарайтесь сегодня их не принимать, а если их принимать какие-то решения, то только нужно делать это осознанно. Избегайте сегодня конфликтов, потому что ни к чему хорошему, к сожалению, это не приведет. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день для некоторых людей будет как день трансформации, потому что знак зодиака Скорпион, который управляется Марсом и Плутоном, приносит нам с вами энергию трансформации и появление внутреннего огня в человеке. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы обратили внимание на свои желания, на свои цели, на то, чего вы хотите добиться и сделать в своей жизни. Кроме того, энергия Скорпиона поможет вам проявить свою силу и решительность в достижении желаемого. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно позволить себе отдыхать, подумать об осознанности, о целеустремленности, для того, чтобы понимать и осознавать, что вам нужно делать и как дальше двигаться. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня убывающая луна в знаке зодиака Скорпион, а именно этот день способствует процессу очищения организма. Также сегодня благоприятное время для детоксации и избавления от накопленных токсинов. Кроме того, влияние Скорпиона усиливает энергию регенерации. Лечение травм и ран может быть достаточно эффективным в этом день.
Также Скорпион связан у нас с вами с эмоциями, поэтому в этот день полезно обратить внимание на свои эмоции и постараться работать над их гармонизацией. Кроме того, используйте этот день для детоксикации организма. Отсюда можно включать детокс-напитки, овощи, фрукты. Кроме того, старайтесь сегодня предпринимать шаги к улучшению своей физической формы. Это может быть и йога, и плавание, прогулки на свежем воздухе, все это будет для вас очень полезно. Уделяйте сегодня внимание своему и эмоциональному состоянию. Как вариант, практика той же медитации или дыхательных упражнений поможет вам достичь внутреннего равновесия. Кроме того, обращаем ваше внимание, если у вас есть какие-то хронические проблемы со здоровьем или требуется реабилитация после травмы, обязательно сегодня обратитесь к специалисту, потому что именно в этот день энергия регенерации, она особенно будет благоприятна. Кроме того, еще раз хотим вам сделать акцент на том, что сегодня именно Скорпион может повысить чувствительность к стрессу, поэтому старайтесь сегодня избегать любых негативных ситуации и находите способы, как обойти те или иные острые углы. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что в этот день будет особая энергия, которая будет влиять и на наши финансовые сферы. Как вы знаете, Скорпион ассоциируется с переменами, с трансформациями и глубокими изменениями. Поэтому сегодня благоприятный день для пересмотра и улучшения финансовых стратегий. Кроме того, постарайтесь сегодня избавиться от ненужных расходов и постарайтесь очистить свое финансовое поле. Уберите устаревшие финансовые привычки, которые вам мешают или которые не дают вам двигаться дальше. Кроме того, старайтесь сегодня раскрыть какие-то свои скрытые возможности в финансовом сфере. В то же время будьте внимательны к деталям и будьте готовы к неожиданным финансовым выгодам. Кроме того, энергия убывающей Луны поддерживает нас в том, чтобы мы старались искать те пути, чтобы избавиться от долгов и финансовых обязательств. Возможно, вам нужно сегодня, именно в этот день, 2 февраля, разработать стратегию погашения кредитов, долгов, задолженности и так далее. Кроме того, сегодня прекрасный день, чтобы рассмотреть возможности для новых инвестиций. Здесь очень сегодня важно оценивать риски, потенциальные доходы, но ни в коем случае не принимать какие-то глобальные решения и не стоит сегодня в этот день подписывать документы. Кроме того, энергия Скорпиона очень удачна для привлечения финансового успеха. И если вы сегодня проведете практику, особенно в 22 часа в 22 минуты по вашему местному времени, то знайте о том, что вы действительно можете усилить это влияние на свою жизнь. Кроме того, постарайтесь в этот день пересмотреть свои финансовые цели, внесите необходимые изменения, чтобы они лучше соответствовали вашей текущей жизненной ситуации. Если мы говорим, друзья, о карте Таро, обращаем ваше внимание, что на этот день выпала карта Башня. Как вы знаете, карта Башня в Таро представляет собой символы как перемен, как кризиса и освобождения. Это изображение могучей башни, нарушенной молнией, которая олицетворяет разрушение того, что устарело, и несет в себе потенциал для нового начала. Это говорит нам о том, что в нашей жизни сегодня неизбежно перемены. И это может быть разрушение старых, устоявшихся каких-то порядков, структур, которые больше не служат вашему личному интересу. Кроме того, башня нам говорит о том, что нам нужно отказаться от привязанности к устаревшему и призывает освободиться от того, что тормозит наш личный и духовный рост. Кроме того, этот день может быть периодом пробуждения и осознания важных истин. Кроме того, сегодня очень важно некоторым людям пересмотреть ценности и цели. Также необходимо переоценить текущее положение и постараться выбрать свой новый путь.
Как же правильно использовать энергию этой карты на этот день, 2 февраля? Во-первых, вам нужно принять вот те изменения, которые стремятся, идут в вашу жизнь, и они уже стучатся. Но очень важно сначала отказаться от всего старого, которое мешает вашей жизни. Это касается в том числе, девочки и мальчики, ваших эмоций, вашего пространства. Поэтому подумайте о том, что вам нужно сделать сегодня и в ближайшее время. Кроме того, хорошо сегодня читать, изучать что-то новое. Возможно, вам нужно сегодня пройти какие-то тренинги, записаться на какие-то курсы. У каждого это будет свое. Конечно же, постарайтесь в этот день пересмотреть свои цели и стремления, потому что карта башня призывает к нам, к тому, чтобы мы нашли, вот сделали выбор и нашли те приоритеты, которые для нас действительно важны в данный момент. Это нужно понимать и осознавать. Поэтому сегодняшний день, 2 февраля, подарит нам возможность освободиться от устаревшего и подготовиться уже к новым возможностям. Поэтому воспользуйтесь энергией этого дня, чтобы устремить те или иные знания к позитивному и благополучному развитию. Далее, друзья, давайте уделим внимание Архангелу Михаилу и посмотрим, что же нам, какие советы Архангел Михаил дает на этот день. Конечно же, этот день приносит с собой энергию перемен. И это и в лунном календаре, как вы уже поняли, и в картах Таро сегодня, да, выпала башня. И сам Архангел Михаил говорит о том, что нас ожидают перемены, и он нас предостерегает от трудностей, и предлагая свою мудрость и защиту. Дело в том, что сегодня некоторые люди, хотят они этого или нет, они столкнутся с трудностями и какими-то испытаниями. И очень важно, Архангел Михаил вот призывает нас не поддаваться страху или отчаянию. Вместо этого смотрите на проблемы как на непреодолимые барьеры и используйте их как возможности для своего роста и развития. Кроме того, сегодня очень важно обращаться к Архангелу Михаилу и просить его о защите, о своей безопасности, потому что вы знаете, что Архангел Михаил является могущественным стражем, способным отражать любые негативные энергии и создавать защитный щит вокруг вас. И, конечно же, очень важно, чтобы вы сегодня верили себе, верили своему сердцу и ни в коем случае не поддавались какому-либо негативу, который может быть сегодня в вашей жизни. Если вы видите, что в вашей жизни появляются сегодня ни с того, ни с сего люди, которые мешают вам, которые вас раздражают, которые пытаются увести вас от истины, старайтесь их на энергетическом плане отрезать от себя, отсечь, убрать. Это очень важно. Сегодня также хорошо устанавливать связь с Архангелом Михаилом через молитву. В описании к этому видео вам молитву, с помощью которой вы можете в том числе и обратиться к Архангелу Михаилу. Кроме того, Архангел Михаил нам сегодня говорит о том, что у нас есть внутренняя духовная сила, и независимо какие трудности, барьеры сегодня есть на нашем пути, у вас есть сила преодолеть их. Помните о том, что нам дается всегда только то, что мы в любом случае сможем преодолеть и сделать в то или иное в нашей жизни. Ну, а молитва к Архангелу Михаилу, друзья, мы ее оставим вам в описании к этому видео. Обязательно, ну, хотя бы один раз ее прочитайте. И ввиду того, что сегодня действительно волшебный день, сегодня у нас с вами зеркальная дата, друзья, в этот день проведите одну простую практику. Вам нужно в 22 часа 22 минуты подумать о том, что вам в ближайшие полгода, год нужно. Это может быть все, что угодно. Кому-то нужно счастье, кому-то нужно благополучие, кому-то достаток, кому-то счастье и так далее, и так далее. И так вот, когда вот вы продумали,
После этого закройте глаза и просто скажите слово «приумножаю». Вот вы мыслите, мечтаете в этот момент, возможно, кто-то хочет поехать, но ему не хватает денег. Просто возьмите и скажите слово «приумножаю». Это очень энергетически сильное слово, особенно оно будет сильно в 22 часа, в 22 минуты, ввиду того, что в этот момент с космоса будет достаточно идти сильная энергия, благодаря которой вы сможете отправить правильный энергетический посылы. Помните, мыслим только в позитивном русле и никому не желаем зла. Это очень важно. Вот такой, друзья, у нас с вами день 2 февраля. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите слово «приумножаю» и напишите, что вы приумножаете в своей жизни. Приумножаю деньги, достаток, здоровье, счастье и так далее, друзья. И у каждого это будет свое. Кто спрашивал, как можно нас отблагодарить? Друзья, есть донаты, ссылка есть в описании. Так и написано, благодарность можно выразить по ссылке. Нажимаете, переходите, и любая сумма нам будет очень приятна. А кто нас уже поддерживает и отправляет денежку, мы вам очень благодарны, потому что это нас мотивирует, это нас вдохновляет. А мы, в свою очередь, вам желаем здоровья, благополучия, достатка и всех мыслимых и немыслимых благ. А прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.